туалет и даже ванна, не душевая кабина, а ванна, коридор с большим шкафом и комната. Ну, здесь у нас небольшой беспорядок, как всегда. Кровати две нам сдвинули. Фрукты, которые мы не доели. Вода. Есть бесплатный мини-бар. В мини-баре у нас есть водичка. Ну и, конечно же, самое главное, ради чего я брала эту комнату, это балкон с видом на море. Подожди, а если я говорю, я хочу в одежде купаться, чтобы не потерять.